Добро пожаловать в Африку! Наше кругосветное путешествие продолжится в Танзании. Она включает в себя 7 уникальных мест. А сегодня мы перенесемся в национальный парк Серенгети. Площадь национального парка Серенгети составляет более 14 тысяч квадратных километров. Он считается одним из крупнейших заповедников мира. Серенгети знаменит тем, что там обитают 35 типов млекопитающих, включая большую пятерку, льва, носорога, слона, буйвола и леопарда. На равнинах также можно встретить гиен, шакалов, бабуинов, жирафов, крокодилов, бегемотов, травоядных антилоп, водяных козлов, газелей, а также более 500 видов птиц. Многие из них не встречаются больше нигде в мире. Ежегодная миграция копытных и зебр на 800 километров в поисках пищи и воды – это одна из уникальностей этого парка. Зрелище несущихся по равнинам животных забыть невозможно. Элтон-джоновская песня «Cycle of Life» как раз об этом написана, так что не забудьте закачать ее в проигрыватель, отправляясь в Серенгети. В марте антилопы и зебры придут на запад, переходя вброд реку. В мае-июне стада меняют направление и устремляются к северу, питаясь подросшей зеленью. К августу травоядные оккупируют кенийский заказник Масаи Мара, а в октябре уходят обратно в Серенгети, только другими тропами, пролегающими к востоку от летних. В феврале Серенгети превращается в огромный родильный дом. Ежедневно здесь появляются на свет тысячи буйволят, зебрят и прочих зверят. Помимо общения с животным миром посредством классического сафари на джипах, посетители Танзанийского национального парка могут насладиться экзотическими пейзажами африканских саванн и равнин, рек и озер, понаблюдать за красивыми закатами и посетить скалы, содержащие наскальную живопись Масаи. Также это единственный парк в Танзании, где можно полетать на воздушном шаре. Виды, открывающиеся сверху, описанию не поддаются. Национальный парк Серенгети – это воплощение всего, что вы когда-либо слышали об Африке. Этот сафари-парк в Танзании выглядит как оживший фильм, в котором саванна живет своей обычной жизнью. Где-то мигрируют бескрайние стада антилоп и зебр, охотятся хищники, а где-то кочуют местные жители. Серенгети часто совмещают сафари в Нгоронгоро. Ближайший крупный город – это Аруши. Добраться до Аруши, например, из Занзибара или других городов, можно самолетом. Именно в Аруши целесообразно заказать экскурсионный тур сафари.